Спасибо. Друзья, ну я начну отсюда, а дальше сяду, мы поговорим. Абылайш попросил, чтобы не было приветственных речей, но я честно сказал, что мы их и не готовили. Потому что все, что можно, за многие годы сказано и написано. Я хочу поздравить Абылайша Грандидяна с замечательным юбилеем. Мы все его знаем, биографию пересказывать не надо. Те, кто почему-то не знает, может легко найти в любом месте в интернете. Стоит только написать имя Агнабегян. Абылайш, дорогой, мы вас поздравляем. И у нас есть два документа. Один – это распоряжение правительства Российской Федерации за заслуги в разработке государственной социально-экономической политики многолетней плодотворной научной деятельности наградить медалью Столыпина. Это высшая награда правительства, заведующей кафедрой Российской академии народного хозяйства Агнабегяна Абылайша. Эти медали вручает только премьер-министр, соответственно, вот у меня... Я могу только зачитать распоряжение, премьер вручит это вот в какой-то момент в Белом доме. Ну и поскольку я не могу себя отказать в удовольствии вручить то, что я могу вручить, это почетная грамота нашей Академии Абылайша Агнабегяна за создание и развитие научных школ, большой личный вклад в разработку и внедрение передовых технологий образования в связи с днем рождения. Абылайш. Так, ну и вот мы хотели собраться здесь, поговорить как-то о времени, о себе, как было, по-моему, Маяковского. Поэтому, если не против, Абылайш, я буду так немножко модерировать, задавая вопросы, а вы, если хотите, отвечайте на вопросы, которые я задаю, если хотите, задавайте вопросы сами, отвечайте на то, что вам интересно. Так, ну, друзья, мы долго уговаривали Абылайша начать писать воспоминания, и, кажется, он начал это делать, поэтому нам еще предстоит большое удовольствие прочитать то, что написано. Но, тем не менее, начнем с вопросов. Вот Абылайш поступил в 50-м году в Московский государственный экономический институт. Был такой институт, который позднее... был слит с Плехановским, сейчас это Институт народного хозяйства имени Плеханова. Когда я поступил, да, в 77-м году, мне все говорили, ну, это знаменитый институт, потому что там учились Люси Клюсинова и Абел Агнабегян. Кто-то говорит, Люси Клюсинова, я боюсь, что мало кто знает, была такая видная деятельность революционного движения, Люсиновская улица как раз вот там находится, в районе Серпуховской. Но Абылайш все знают. Абылайш, ну, наверное, первый вопрос – а почему, собственно, туда? Как? Да. Говорит, да. Так в жизни моей получилось, что я 4 года провел в Берлине, куда моя мама, военная переводчица, вошла с войсками. Всю войну я провел в детдоме, как человек, потерявший родителей, потому что меня вывезли из Москвы принудительно, когда был приказ вывести детей и пожилых людей. Мамы дома не было, она дежурила на крыше института
против зажигательных бомб дежурили люди с такими большими клещами, и были такие ящики с песком. Как женщина может взять зажигательную бомбу? Это, конечно, фантастика, но тем не менее. И я не было дома, меня солдаты взяли, посадили в машину, повезли на поезд, который три месяца... Все-таки для контекста, и было вам тогда 9 лет, правильно? Мне было 9 лет, когда это было. И это было 17 октября, якобы немцы прорвали оборону Москвы, и был приказ вывести стариков и детей. Нас посадили в товарный поезд. Три месяца везли. Два раза поезд подвергся нападению немецких авиаций. Был разгромлен. Удалось случайно выжить. Попал я в Алма-Ата. А маму в это время взяли на фронт. А в нашу комнату вселили больного офицера, который потерял руку. И наши связи прервались. Я не знал, где она не знала, где я. В конце войны она меня нашла и повезла в Берлин. Берлин – это Карлсхорст, где были жители военной администрации в Германии, где был подписан мирный договор в инженерном училище. Эти кадры известны. И там мы жили 5 лет. Детей было мало, поэтому школы в нашем понимании не было. А детей собирали, скажем, с 6 по 9 класс и поручали какому-нибудь офицеру провести с нами какие-то занятия. Например, про Петра I, про Ивана Грозного. Или по русской орфографии, там какой-нибудь. Бедные офицеры специально смотрели учебники, ходили в библиотеки, готовились. И это были, честно говоря, лучшие уроки в моей жизни. Потому что не учитель, а человек, который специально изучает эту тему и пытается, думает все время, как вот детям ее подать. Это совсем другой человек. Это были культурные офицеры, которые были выбраны для этого дела. И вот так вот я учился в школе, пока, наконец, в 8-9 классе, а и начал я там с 6 класса, число детей стало расти, и появились, наконец, классы, появились учителя, дело перешло в стандартный режим. Этот Карлсхорст был обвешан проволокой, выходить за пределы которого в основном было нельзя, нужно получить специальное разрешение. Делать там было совершенно нечего. Я занялся плаванием, достиг степени кандидата в мастера, научился играть в большом теннис. Но что делать с утра до вечера? Проучился утром, в 12 часов свободен, в час. И до вечера никаких детей, никаких дворовых футболов, забав каких-то не было. Но был там учебный комбинат, где изучали языки, изучали машинопись, стенограмму, шитье, вязание, еще какие-то вещи. Я пошел сначала, освоил машинопись. Слепой десятипальцевый метод. Потом пошел стенограмму что-то, научился частично стенографировать. Потом пошел, там был университет марксизма-ленинизма, бесплатный вход. Читали лекции по политэкономии социализма, по политэкономии империализма,
по философии Гегеля, по Фейербаху, еще какие-то. Посещал эти лекции, мало что понимая. Но были очень хорошие преподаватели по политэкономии. Профессор Тюльпанов, с которым я потом встречался уже, будучи экономистом в Ленинграде, он преподавал в Петербурге, в Ленинградском университете, специалист по империализму, прекрасно читал, рассказывая о капиталистических странах. Вот, был очень хороший педагог и по политэкономии социализма. Вот, и меня это увлекло как-то вот это. Ну, понравились эти экономические лекции, хотя я мало что, естественно, понимал. Я решил стать экономистом, не знаю почему. Я пытался изучать философию, купил книгу Гегеля, ничего не понял. А вот Фейербаха более-менее так на понятном языке писал. Вот его я как-то освоил. А потом в один прекрасный день, когда мы перекрыли границы Западной Германии, отрезали Западный Берлин от снабжения, и американцы стали Западный Берлин снабжать по воздуху. Каждые две минуты летел грузовой самолет с грузом. И ситуация обострилась. Вышел приказ в течение суток эвакуировать детей и престарелых из ГДР, которая тогда образовалась, и я попал в Москву один, в 10 класс. Мама оставалась там работать, и я решил поступить, стать экономистом. Вначале я хотел поступить в Московский университет на экономический факультет, но у нас была своеобразная школа. Тогда ввели медали, золотые, серебряные. Школа была мужские и женские. Наша школа была мужская. Она очень высоко котировалась. Это была школа имени газеты «Красная звезда», Колпачный переулок, 4, около Моросейки, Покровских ворот. И там был родительский комитет. И на золотые и серебряные медали, естественно, могли претендовать только люди, папы, мамы которых активно участвовали в родительском комитете, которые имели связь с директорами. Поэтому лучше студенты нашего класса, ну, класс живить, кто лучше, кто хуже, это же очевидно. Они не могли ни на что претендовать. Возникло противопоставление сынков и не сынков. Я, естественно, примкнул к не сынками, поэтому окончил школу с тройками. Вообще никогда хорошо в школе не учился. Ну и тут тоже. И вот сынки пошли на экономический факультет МГУ, я не мог туда пойти, потому что видеть эти противные лица, которых все ненавидели в классе, и которые занимали все должности в комсомоле, старосты, все это назначалось фактически. Было плохо. А в этой школе остались такие отвратительные впечатления, что я никогда в эту школу не ходил и не пойду. И класс был крайне недружный, никаких знакомств, к сожалению, вот не осталось. В отличие от немецких классов, мы лет 20-30 после этого встречались, 9-й класс, 8-й класс.
Вот. И поэтому, смотря куда может пойти экономист, я выбрал Московский государственный экономический институт. Это институт особый, он был организован в войну и назывался Плановый институт имени Крыжановского. Он должен был готовить кадры для Госплана. Главные преподаватели были госплановцы. Школу курировали председатели Госплана, которые приглашали в эту школу видных ученых. В школе преподавали академики. И Немчинов, и несколько членов-корреспондентов в школе, видные ученые. Потом была такая кампания, никто уже не помнит, после войны, борьба с космополитизмом. И наш институт оказался космополитическим, поскольку там было несколько ученых, которые читали лекции по зарубежным экономическим учениям, что считалось вредным. Они были изгнаны. В институте доминировала кафедра марксизма-ленинизма. Возглавляемый был грамотным доцентом Сибельдин, его была фамилия, который специализировался по анализу 10 сталинских ударов. Но с ним случился 11-й удар, когда он решил защищать докторскую диссертацию по 10 ударам. Сталин умер, и начались такие антисталинские всякие некоторые работы. Выяснилось, что это были не те 10 ударов, а какие-то там коррективы были. Он не смог защитить докторскую диссертацию. И он изживал всех неугодных людей, которые, значит, по его мнению, были, ну, недостаточные марксисты. Он возглавлял партком многие годы, имел непререкаемый авторитет. Ректора его боялись. Вот такая была история. Вот поэтому я поступил в этот институт. Как ни странно, я неплохо сдал экзамены. Вот, и мне даже дали общежитие, сельский домик. Мы жили в шестером в снятом домике, где было дровяное отопление в селе. Институт снимал пол деревни опустошенной. И там разместил свое, как бы, ну, полуобщежитие, что ли. Полчаса был на электричке до Москвы, а там метро до Серпуховки. Наш институт находился за ЦЭП-41, 5 минут от метро. В общем, за 1:30 мы доезжали. Сидя в электричке, мы учили уроки, естественно, и туда, и сюда. Было очень так комфортно, вот, и мне очень повезло, что я попал в этот институт, потому что если экономический факультет МГУ давал хорошее знание теории, истории экономики, капитала, конечно, и так далее, то наш институт больше специализировался на конкретной экономике. Огромное значение придавалось математической статистике, экономической статистике, упражнениям разного рода, расчетам. 3 стажировки мы проходили, участие в институте, сначала на предприятии, потом в министерстве, до старших курсов в Госплане. Нам читали лекции ответственные работники Госплана, Госснаба, ну, на фактах каких-то.
Вы знаете, это было время очень странное. Никакой статистики в России не было. В 56-м году вышел первый статсправочник. Вот такая тоненькая книжка. Численность населения СССР была совсекретной цифрой. Кто ее знал, и если бы ее разгласил, ему полагалось минимум 8 лет тюрьмы. Понимаете, какая это? Никакой реальной статистики, кроме годовых таких отчетов статуправления, не было. Никаких не было учебников. Все на слух воспринималось лекциями и так далее. Но наш институт был такой прикладной. Вы знаете, у нас, начиная с третьего курса, были 4-часовые семинары. Студенты делали доклады, им поручался сделать доклад за месяц. Вот. То есть какой-то такой вот совершенно новаторский, ну, для того времени, конечно. Поэтому я получил очень хорошее, честно говоря, экономическое образование с точки зрения вот такой прикладной. Прикладного дела, не в области теории, здесь, наверное, МГУ было выше, конечно. А вы говорите, ну, все-таки теории-то не существовало. МГУ, экономический факультет МГУ возник, был образован в 1946 году, сразу после войны. Я слабо представляю, какую экономическую теорию могли преподавать. Нет, ну, там более внимательно изучался капитал. У нас тоже, надо сказать, капитал изучался. Был учебник «Комментарий капитала», «Блеск» совершеннейший, Розенберга. Розенберга. Видал. Да. Очень интересно. Я прямо был в восторге. Это было время, когда вышел четвертый том «Капитала», если помнишь, так называемый. Ну да. Вот. Абович, ну... То есть да. Мы, в общем, что-то... Розенберг к тому времени еще не уехал в Израиль, поэтому его книги были доступны. Когда я учился, они уже были изъяты. Да. Ну и ладно. А Былгович, скажите, пожалуйста, а все-таки, кончив институт, дальше я понимаю, что у вас была историческая встреча с Лазарем Исеевичем Кагановичем. Я поясню, Лазарь Исеевич Каганович именем Кагановича когда-то много лет назывался московским метрополитеном, поскольку, когда первые строились первые линии метро, он был первым секретарем московского горком, и, в общем, и, по-моему, отвечал за транспорт, и отвечал за московское метро. А в тот момент, когда Белгович окончил институт, он был председателем сейчас это называется Роструд, Госкомитета по труду. Это было очень важное ведомство, только что созданное. И, а Белгович, как невзятый в аспирантуру МГИ, Московский государственный экономический институт, значит, пошел работать с Лазарем Моисеевичем. Но, в принципе, я так понимаю, Абалгович, вы со всеми вождями более или менее общались советскими, да? Вот можно немного попробовать по этому треку, а дальше мы поговорим про Новосибирск. Вот Каганович, Косыгин, кто еще? Ну, Сталина я видел, да, в Мавзолее. Это было время, когда мы участвовали в каждой демонстрации. А вы, я правильно понимаю, что и когда вы там были, и когда несколько позднее, колонна нашего района всегда шла самой правой, ближе всего к Мавзолею. Вот я Брежнева... Мы так, шли вторые, мы шли от Серпуховки, мы собирались на Серпуховке. Мы шли вот первыми. И шли, значит, вторые, и Сталина мы видели на трибуне. А один раз мы видели, как он из трибуны сошел вниз и шел мимо нас. Вот мы второй ряд, а он через один ряд шел по проходу. И мы даже остановились, но нас тут же стали толкать, что нельзя останавливаться. Вот. Но дальше я всех лично знал. Вождей. Никита Сергеевич Хрущев, он не мог без публики. Он, если вручал ордена, должно человек 100-200 присутствовать, хлопать, выкрикивать. И любое мероприятие шло на общественном фоне.
И нужны были проверенные люди, которых можно пускать в массовом порядке в Кремль, для того, чтобы хлопать. Откуда эти люди? Это люди были из комитета по вопросам труда и зарплаты, где я работал. Мы называли нас кардебалет. Нужен был кардебалет для вот этих балетных представлений. Когда кто-то иностранец приезжал в Кремль, нас построили в колонны, мы проверенные люди, все допущены до секретов, и колонной мы без пропусков всяких через Спасскую башню. Наши КГБисты отвечали за то, что в этой колонне нет посторонних, проходили, стояли. А госплановцы также? Нет, госплан далеко все-таки. Оттуда идти до Кремля далеко. Мы же были площадь Куйбышева, это рядом с ГУМом, где торгово-промышленная палата, ну, наверное, люди знают. Нам там 200 метров и Красная площадь. Поэтому мы часто после этого нас спускали домой. Мы заходили в ГУМ. В ГУМе в разлив было шампанское. Без закуски, естественно. Сегодня ты плачешь, завтра я плачу. И я научился пить шампанское в пивной кружке. Вот так возьмешь пивную кружку, шампанское. Сейчас никто этого не может, потому что это нужно год тренировки, чтобы вот газированное ты бы мог выпить. Да. А, Володь, а почему шампанское, а не рюмку водки? А? Почему шампанское, а не рюмку водки? Нет, ну, потому что рюмка водки не продавалась, а шампанское в ГУМе продавалось. А. Только поэтому. Вот. Было очень забавно все это, что делать. А, Володь, ну а там... И вот я хочу сказать, что мне очень повезло в институте, и я хотел обратить ваше внимание, есть серьезные исследования в разных странах, сколько человек усваивает знаний при разных методах преподавания и обучения. Если вам читается лекция без слайдов, словами, то вы усваиваете в среднем 20% содержания. Если вам читается лекция со слайдами, и вы не только слухом, но и глазами видите, я имею в виду хорошие слайды, которые имеют изображение, которое остается в вашей памяти, то вы 30% понимаете. Если вы не только лекцию слушаете, но идут семинары, где разбираются эти вопросы, то вы 40% понимаете. Если, кроме того, кейс-стади делается на эту тему, то вы там 50% понимаете. А вот чтобы понять 80%, есть только один путь. Вы должны быть лектором. Вот тогда вы понимаете процент 78. Так вот, я все 5 лет обучения в нашем институте был лектором. Почему? В нашей группе было 7 военнослужащих, которые в войну вступили в 43-44 году и кончили ее поэтому позже, их демобилизовали позже, и они поступили в институт, они были в орденах, у них были звания, капитан, старший лейтенант. Они учились в сельских школах, в маленьких городках. Это не были москвичи. Они были приняты фактически без экзаменов, как военнослужащие такие, члены партии все они были. Они не могли быстро писать,
Вот лекции читает преподаватель, да, в нормальном темпе. Надо же записывать, они не могут быстро записывать их. Никто быстро не учил писать. Они кое-как писали, но если он пишет, он уже не понимает, что он пишет. Понимаете, это сложное дело. И на первом же экзамене они просто не могли ничего сдать. Потому что они не писали, а пытались слушать и запомнить. Но это невозможно. Ведь лекции шли параллельно по нескольким предметам. И у них была не натренированная память, естественно. А мы с ними вместе жили вот в этих избах, про которые я говорил. И ехали вместе в поезде, и они видели, что я все это записываю очень внимательно. И они ко мне обратились, что ты помоги нам. И я после того, как я все записал, несколько часов сидел и анализировал, что я записал, пытался разложить по полочкам, как-то структурировать. И потом я должен был полуторачасовую лекцию и минут за 15, за 20 основное содержание передать, которое они своими корявыми почерками должны были для себя записать, чтобы потом сдавать экзамен. И это было по каждой лекции. И это продолжалось 5 лет. Один из них не стал доктором наук. Потом все пошли в науку, как ни странно, эти люди. Один бы в сути экономики был ведущим научным сотрудником, даже такой шкатов. А вот, Гаврич, возвращаясь к все-таки вашей консалтинговой роли, вы все-таки... И вот поэтому институт для меня был переломный момент в моей жизни с точки зрения вот аналитики, понимания экономики и так далее. И я очень хорошо учился, потому что я через себя пропускал, вынужден был пропускать все курсы внимательно слушать, не отвлекаться. И я был... Два нас было на огромный институт ленинских стипендиатов. Я был ленинский стипендиат. И когда меня они взяли в аспирантуру, как человека ненадежного в партийном смысле, я представил праздник 1 мая в газете. Ну, стен газете, как праздник весны, женщин, цветов. Надо было его представить как борьбу пролетариата с ненавистным империалистическим строем, по мнению кафедры марксизма и ленинизма, чему я не уделил достаточно внимания в газете, а я был главным редактором, и поэтому они выступили против таких людей, которые не понимают, что такое 1 мая, и пишут всякие юмористические заметки по весне и так далее, газету вместо суровой правды угнетения рабочего класса за рубежом. И меня отвергли, а комиссия по распределению уже закончила работу. Я оказался нигде. А в это время возник комитет по труду. Его руководитель Каганович Лазар Моисеевич, как его характеризовали верный лейтенант, член политбюро ЦК КПСС, он поставил задачу взять ленинских стипендиатов из разных институтов, чтобы наряду с опытными кадрами иметь способную молодежь в комитете по труду, поэтому меня тоже туда взяли. И я оказался в этом комитете. А вы говорите, а как вы все-таки оказались в Новосибирске? Новосибирск, если я правильно понимаю, это работал... все-таки важнейшее. В Новосибирске вы были с 57-го, по-моему? С 61-го. 61-го по 89-го.
не по 85-й. То есть вы сразу с Горбачевым 25 лет. Да, значит, я работал 7 лет в комитете по труду, прошел, сделал карьеру, как сейчас говорят. Начал я с самой нижней должности экономист, потом стал старший экономист, потом завсектора, потом замначальника отдела. Анекдот про старших экономистов тогда уже был или он появился при Брежневе? И он появился, не знаю когда, но он известен. Или народ не знает. Расскажи. Народ не знает? Откуда они будут знать? Ну как? Ну он есть в разных вариантах национальных, но он примерно такой. Муж спрашивает у родственницы, а вот, или там у приятеля, а вот этот портрет показывает на Карла Маркса. Это, о, это Карл Маркс, это был экономист. Он спрашивает, это что, как наша тетя Варсеник? Он говорит, нет, наша тетя Варсеник старший экономист. Итак, Абыл Гаевич, вы стали старшим экономистом. Да, я стал старшим экономистом. Потом завсектором, потом замначальника сводно-экономического отдела. Я работал в сводно-экономическом отделе. Мне очень повезло. Комитет по труду был создан для того, чтобы провести, первое, пенсионную реформу, второе, упорядочение зарплаты. И вот все 7 лет, когда я работал, я сначала занимался пенсионной реформой. В 1956 году была создана современная пенсионная система в России. Раньше часть населения России, все сельские жители, многие жители малых городов, пенсии не имели. А рабочие тяжелой промышленности имели. И в том числе серьезные пенсии, а другие какие-то не имели. К пенсиям были хлебные надбавки, когда отменяли карточки. Хлебные надбавки, какие-то другие надбавки. Была полная неразбериха. И мы создали новую пенсионную систему, всеобщую и для сельских, и для городских жителей, на единых принципах. Это было, в два раза пенсии повысились. Какой вывод я сделал? Когда не было пенсионной системы, было безобразие. Писем в комитет по труду о плохих пенсиях не было. Единичное недовольство. А вот когда всем в два раза повысили, то миллионы писем, почему вы повысили в три раза, а мне в два. Понимаете? Любое изменение – это резкий рост протестов. Поэтому все реформаторы, великие реформаторы, которые страну выводили из нищеты в цивилизацию, их били, на них покушались, на них бросали торты, яйца об них разбивали. Они были ненавистны всем. Почему я получил в полтора раза больше, а он в два? Вот это вот людей волнует больше, чем он нищий. Вот ужас какой. Мы принимали главного человека, который Южную Корею, малограмотную страну, где валовый внутренний продукт на душу населения был меньше $1000 в год, он сделал передовой страной. Вы знаете, что такое Южная Корея, наверное. Она лидирует по многим показателям в мире. Инновационным. Вот он это сделал за 20 лет постепенно. Более ненавистного человека в Корее не было. И он приехал сюда, да, когда в конце концов он ушел, уже Корея была высокоразвита, его избрали почетным президентом, ну, их крупнейшей корпорации. И он приехал сюда, лекции тут читал.
И я его пригласил, раньше у нас для профессоров была маленькая комнатка, где готовили домашнюю еду, не столовая, а была, значит, домохозяйка, которая, значит, это все вкусно делала. Я его пригласил, мы с ним выпили литр водки, и он разговорился. Ну, такой интерес я получил. И я изучал жизнь самого главного реформатора всех времен и народов, Людвига Эрхарда, который Западную Германию поднял, начиная с оккупационных времен, он поднял ее экономику до невиданных высот. Он 16 лет был во главе. Он написал ключевую книжку, значит, как же она называется, «Сердцевина благосостояния» или какое-то вот такое. «Благосостояние для всех». А? «Благосостояние для всех». «Благосостояние для всех», «Блеск». Мы ее в нашем издательстве перевели и издали. Это выдающаяся книга. Человек, который вот это сделал, тоже был всем ненавистен. Вот это, к сожалению, качество. А вот все-таки Новосибирск. Да, я единственное хочу ремарку сделать насчет вот литра водки. В то время, когда Абыл Гаевич ее пил здесь, в Академии, еще не было закона, запрещающего распитие напитков на территории Академии. Абыл Гаевич не нарушал действующее законодательство. Прошу. Нет, не было, да. Между прочим, я много раз, десятки раз встречался с Горбачевым, и много раз мы вдвоем, оставаясь на ночь, выпивали бутылку коньяка. После этого он объявил сухой закон. Армянского или французского? В это время я работал... Коньяк какой был, армянский или французский? Не знаю, какой. Его помощник вынимал из своего этого саквояжа. Всегда за ним ходили люди с саквояжем. В одном из них был коньяк. В другом, может быть, был атом, да и там, я не знаю. А в другом ядерный чемоданчик, понятно? Не знаю, не видал я никогда атомного чемоданчика рядом. Мы работали на дачах ЦК и писали всякие речи. Раньше вожди, не знаю сейчас как, но раньше, если вождь должен был где-то выступать, то месяца за два, за три создалась бригада. Она выезжала на отдельные дачи ЦК. Дачами ЦК считалась Волынская 1, там, где Сталин жил и умер. Волынская 2, это дача Жданова до войны, потом Василевскую войну. Затем это дача Бориса Тореза в Серебряном Бору. И в Серебряном Бору была построена отдельная дача номер 19. Потом это Горки Ленинские. Вот в одну из этих дач нас вселяли, и мы писали речь. Анекдоты, которые среди нас ходили, доклад недостаточно подготовлен, чтобы его показать автору. Вот, хороший текст на воде не напишешь. И вот Горбачев приехал после сухого закона, и я от имени общественности обратился к нему с призывом, что ну как мы можем писать в трезвую, хорошую речь. Он сказал, я вам завтра пришлю алкоголь. И прислал верблюжье молоко, кумыс, верблюжий кумыс, надо сказать, очень бодрящее, содержащее, по-видимому, небольшое число алкоголя. Но этим мы ограничились, поэтому вот мы прекратили пить.
надо сказать, что в комитете было работать очень трудно. В комитете по труду? По труду. Тебя все время подставляли. В чем была подстава? Понимаете, вот вы издали новый закон о зарплате. И в этом законе написано постановление ЦК КПСС об упорядочении зарплаты где-то. С введением этих новых ставок и окладов отменяются все другие ставки, оклады и надбавки. Поступает запрос, а такая-то надбавка, почему ее нам не дают? Стандартный ответ, потому что в постановлении таком-то написано, что отменяются все надбавки. Но были надбавки очень важные. Например, надбавка мобилизационных отделов предприятий. На предприятии были бомбоотделы, не знаю, существуют ли сейчас, которые составляли план работы этого предприятия, завтра будет война. Как перестроить цех, так далее, на какую продукцию, прочее. Они делали свой мобилизационный план. И это было секретно, поэтому они получали какую-то надбавку за секретность. Вышло постановление, где объявляется, что все отменяется. На основе этого банк, выдавая деньги на зарплату, снимал секретную надбавку. Эти отделы, естественно, не соглашались, писали письма в Минобороны. Минобороны, конечно, хотел, чтобы им давали бы секретную надбавку и так далее. Обращались в комитет по труду, как главный орган, который должен это решать. Понятно, что это вопрос, не вопрос зам начальника отдела, а вопрос высшего руководства. Это секретная надбавка. С одной стороны, Минобороны, не какое-то там ведомство, и в лице не какого-то там мелкого начальника отдела, а руководства. И вот вызывает меня там начальник и говорит, подпиши, что в связи с постановлением ЦК и Совбина все надбавки отменяются, в том числе и это. Я говорю, я некомпетентен, это слишком важная надбавка, и это нужна более высокая подпись. А я поручаю тебе. Будучи дураком, я подписал. И разразился колоссальный скандал. Минобороны написал в ЦК, что такая-то надбавка снята из-за письма какого-то замначальника отдела. Жалоба в секретариат ЦК, состоялось заседание секретариат ЦК, где, естественно, подать сюда Тяпкина, Ляпкина. Как такие люди вообще могут работать в комитете? Кто им поручил подписывать такие бумаги, что это за безобразие. Когда я пытался сказать, что я не по своей воле подписал, а мне сказали, то мои начальники отказались, естественно, от того, что они мне сказали. Мне объявили выговор секретариат ЦК. Понизили меня в должности, сняли премии, ну, в общем, масса неприятностей я имел. Объявили очередной строгий выговор с занесением, слава богу, хоть не исключили из партии. И, в общем, вот такие явления происходили. И по другим вопросам. А я, работая в комитете по труду, занялся применением математики в экономике для того, чтобы считать затраты на пенсионное обеспечение, на зарплату. Нужны были модели какие-то. Потом я стал преподавать в МГУ политэкономию.
в том числе меня направили на математический факультет, который был против вообще изучения политэкономии, вечерники. Они взбунтовали, что им неизвестно, что читают и так далее. И там я увлекся математикой, поступил на мехмат и, в общем, стал заниматься моделями. Это было время, когда вышла знаменитая работа Василия Васильевича Леонтьева «Межотраслевой баланс». Потом вышла работа Конторовича «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». Я все это изучал, преподавал такие частные курсы на отдельных факультетах университета. На географическом факультете я подготовил курс применения математики в экономической географии. Семинар завел в Московском университете «Экономико-математические методы в экономических исследованиях». Он был закрыт. Я получил очередной выговор по партийной линии за пропаганду империалистических взглядов вроде кибернетики. А это еще хуже. Это попытка заменить марксизм-ленинизм формулами экономической теории, как тогда говорили, так далее, так далее. И все это меня подвигло, что я стал заниматься, мне хотелось перейти на научную работу. И я подал на конкурс, прошел на заведование кафедры межотраслевого баланса. К тому времени я подготовил учебное пособие по межотраслевому балансу в Плехановский институт, вот, который поглотил наш институт. Но, оказывается, я был в какой-то номенклатуре, о чем я не подозревал, которая не имела права подать на конкурс без согласия кого-то. Конкурс был отменен. И меня, значит, очередной раз натерли нюх. Было такое выражение – натерли нюх. Я сначала не понимал, что это такое, но мне объяснили, что если несколько раз тебя носом об стенку стукнут, вот это называется натерли нюх. И ты тогда поймешь, что ты не прав. Я был, конечно, не прав, и мне действительно нос натерли. И я стал думать, куда деться. В это время, значит, я как-то познакомился с армянами, руководителями академии, и они меня пригласили в Армению. Я думал, что в Армению меня отпустят. Не тут-то было, тоже не отпустили. И вдруг выходит решение Политбюро ЦК о беспрепятственном отпуске патриотов, изъявивших желание работать в сибирском отделении Академии наук. О бронировании жилья в Москве для них и сохранении прописки. Я тут же подал заявление, что я, как патриот, ну, чисто демагогически, вот, готов поехать в Сибирь, и так далее, и так далее. Вот, и добивался 3 месяца. И меня решили исключить из партии по этому поводу в комитете. Я человек очень рассеянный. Партбилет хранил в сейфе, где хранилась и секретная документация. Сейф печатали 3 месяца, меня не допускали к моему партбилету, а если вы 3 месяца не платили партвзносы, вас можно исключить из партии. И они начали процедуру моего исключения из партии. Но тут я стал писать в ЦК КПСС, как патриот России.
И меня очень поддержал Лаврентьев, председатель Сибирского отдела. Он вообще плевал на все начальство. Удивительный был человек, бесстрашный совершенно. И Кириллин, который был в это время начальник отдела науки ЦК, он вот, я был с ним знаком, он, в общем, меня отстоял и, объявив мне очередной строгий выговор, в очередной раз, когда я покинул академию, это, ну, пошел кушать куда-то или куда-то ушел из комитета по труду, у меня отобрали пропуск и не разрешили вернуться ни за деньгами, ни за вещами, которые у меня остались. И 12 лет меня, моя фамилия там висела, как преступник, которого куда-куда, а в комитет по труду пускать нельзя. Только после того, как мой ученик стал председателем комитета, меня стали туда пускать. Но это было через 12 лет. И они написали, конечно, большую бумагу в КГБ, что я так много знаю, что меня за границу никогда пускать в жизнь нельзя, поскольку я курировал Средмаш и курировал Общемаш. А что я там знал? Я там знал, какой КБ получает какие зарплаты, и какой институт, какую внекатегорийную группу я его отнес. Я же не знал, куда летят ракеты. Или еще что-то. Но, тем не менее, 19 лет меня не выпускали за границу. Так по этому случаю. Так что в Новосибирске? И я договорился с Новосибирском. Дело в том, что Институт экономики Новосибирска возглавил бывший председатель комитета по труду Герман Александрович Пруденский, доктор экономических наук, профессор, который очень не любил комитет по труду его нового председателя, который меня преследовал после Кагановича, и ушел из комитета и был выбран членом-корреспондентом по сибирскому отделению и возглавил Институт экономики и организации промышленного производства. Он меня пригласил замдиректора, согласие Лаврентьева. Лаврентьев меня хорошо знал, потому что он ко мне несколько раз заходил с просьбой дать районные коэффициенты опытному заводу сибирского отделения, еще кому-то. Я всегда, естественно, шел ему навстречу. Не знаю, что я буду работать у него, поэтому он очень поддержал и меня отстоял. И я поехал в сибирское отделение. Я поехал в начале 7 ноября и участвовал в праздновании этого праздника у них 7-8 ноября. Все там перепились в институте, и каждый ко мне подходил и говорил, что не надо тебе быть замдиректора, тут масса претендентов, и зачем тебе это из Москвы? И я понял, что не надо. И поэтому не стал, а организовал лабораторию экономико-математических исследований. Институт находился в городе, имел несколько помещений, несколько комнат. А я хотел набрать большую лабораторию экономико-математических исследований. Мне нужны были квартиры для людей и помещения для лаборатории. Ничего этого в городе не было. Мне обещали хорошую квартиру лично для меня. Но ни одной другой квартиры город не мог дать, потому что академгородок, сибирское отделение строило не в городе, а на отдельном месте. Это место было 30 километров от Новосибирска, дороги практически не было, связи не было, никаких удобств в этом месте не было,
и никто не хотел туда ехать жить. А дома строились один за другой, водились, а жителей не было, потому что не было ни производственных помещений, нигде размещать. Но у меня не было выхода. Я поехал в Академгородок, мне очень понравилось. Среди леса проложили проспект на Обское море, которое находилось в 500 метров. Назвали этот проспект «Морской проспект». Вот, и там справа-слева стояло, ну, домов 10-15. Два производственных здания было, институт гидродинамики, институт геологии, где было по 10 институтов, размещалось каждые несколько комнат, а также всякие помещения, кинозал был там, скажем, на сути геологии, еще что-то. На первых этажах были сберкасса, там какой-то магазинчик и так далее. Вот такое было дело. Стояли квартиры пустые. Я приехал, мне дали сразу 20 ключей от квартир для того, чтобы я приглашал людей. Я выбрал себе огромную трехкомнатную квартиру. В Москве я жил в одной комнате 19 метров. Мне комитет по труду дал в 58 году комнату. И главное было у них, что комната получила и уезжает. Я поэтому эту комнату им сдал. Вот, и позвонил, потом поехал в город, позвонил жене, что вот трехкомнатную я выбрал. Она говорит: ты что, с ума сошел? У нас всего 3 человека в семье, дочка. И я тебе что, домработница должна 3 комнаты мыть? Ты что, с ума сошел? Бери двухкомнатную или однокомнатную. Ну, я, конечно, двухкомнатную взял, а эту хорошую трехкомнатную, угловую такую я бы сделал там лабораторию. И с этими ключами я за год пригласил 29 человек. Создал лабораторию такой же численности, как был почти весь институт. Вот, он был в городе, а мы были в Академгородке. То есть зарплату платили неограниченно? Зарплату платили по тарифным ставкам. Нет, но ставок было сколько угодно? Да, не было никаких проблем. Вообще, Лаврентьев, это великий человек был, организатор. Он, если тебе доверял, то доверял. Ты мог делать, что хотел. Когда я стал директором института, он мне дал лист бумаги и сказал: нарисуй план своего института, какой хочешь, строй. Напиши, какие там комнаты, какие залы, что ты вообще хочешь. Понимаете? Какая проблема? Кого хочешь, бери замом. Кого хочешь, бери это. Благодаря этому сибирское отделение не создалось. Если бы смотрели, что от того ли ты взял, слушай, если я руководитель этого направления, что ты меня контролируешь? Дай мне возможность себя показать. И я создал. Я приехал в Академгородок и оказался очень нужным человеком. Дело в том, что там был создан Новосибирский университет. Они взяли сразу студентов на третий курс с разных институтов. Эти студенты уже на четвертом курсе, а курса политэкономии у них нет. А без курса политэкономии они могут получить диплом. А курс политэкономии читается 2 года. 1 год капитализм, 1 год социализм. В то время. И никого нет в Академгородке, ни одного человека, который может прочесть курс политэкономии. А это курс. Было какой-нибудь офицеру поручить, как вот. Нет, а какой войны офицер? Дело ну, быстренько бы почитал, курс политэкономии должен читать член партии, раз. Человек, имеющий диплом политэкономии, два. Это идеологический курс.
И вдруг приезжает человек, который в МГУ читал курс политэкономии, я. И к тому же кандидат наук. И ректор университета меня пригласил и униженно просил: все, что хочешь, возьми, но только организуй нам. И я говорю, что пожалуйста, я с удовольствием прочту курс, но по программе надо семинары. Ну ты, говорит, найди за любые деньги. Я поехал в город, обошел кафедру политэкономии, нашел одну женщину, Луизу. Вот такую белорусскую, которая окончила МГУ уже, ей было лет 50. За двухкомнатную квартиру она переехала. Тут же она вела за мной семинары. В университете не было тогда ни зданий, ничего, они занимались в школе. Не было никаких поточных аудиторий. И нам отвели спортзал. Туда принесли матрасы и подушки. Там, значит, полулежа расположилось человек 200 народа, которая нуждалась в этом курсе политэкономии. Я между подушками и этими расхаживал, читал, они все записывали. Луиза вела с ним семинары уже в отдельных комнатах. И на следующий год мы организовали кафедру политэкономии, потому что приехали люди ко мне уже, экономисты, некоторые из них политэкономы, они могли уже вести. Мы организовали уже полноценную кафедру. То есть я сразу в академгородке прижился. Конторович уже работал, Леонид Витальевич, будущий лауреат Нобелевской премии академии. Он меня встретил как родного. Поселил сразу в свою квартиру. Какую, говорит, ты пойдешь в гостиницу? Ты умеешь готовить яичницу? Я говорю, умею, ну и все. Я говорю, я могу и сырника. В общем, я ему готовил, он был совершенно беспомощный человек. Леонид Витальевич был совершенно выдающимся ученым, математиком, лауреатом Нобелевской премии, по-моему, 72-го года, до этого Ленинской премии. 75-го. 75-го, правильно? Да, 75-го. Ну вот чем гений отличается от нормального человека? Человек 14 лет кончил школу, Леонид Витальевич. Поступил в Ленинградский университет и сразу на третий курс. Как это можно? В 16 лет опубликовал первую работу в ведущем математическом журнале на немецком языке. И следующий год окончил университет. И сразу ему присудили кандидат наук. Вот, стало и оставили на кафедре математики. Проучившись пару лет на кафедре математики, он уже известный ученый, написал ряд работ. Президиум Академии наук СССР присудил ему без защиты диссертации доктора наук. Я 6 лет был членом Президиума Академии наук Большой Академии. 80-е годы. При мне ни одному человеку не присудили доктора. Президиум не использовал свое право, он имеет по уставу это делать, но ни одному не присудили. После того, как он стал доктор, он подал заявление до заведования кафедры, конкурс был, Ленинградского университета. Представляете, что? Ленинградский университет – это центр математической культуры тогда был, главный. И какой-то, значит, 20-летний пацан хочет заведовать кафедрой целого университета математики. Они его отвергли, и он стал заведовать кафедрой математики в политехническом институте. Через 2 года его вернули в Ленинградский университет, он стал заведовать кафедрой. Вот это гений. Понимаете? В общем, интересующему советую почитать историю фанерного треста. Это действительно очень интересная история, как решение практической задачи привело к Ленинской и Нобелевской премии. Мы вообще вот сформировали математику. Да, это отдельно. Это оптимальная, так называемая задача оптимального раскроя ткани.
Вообще человек, конечно. Вот. Вот я так оказался в сибирском отделении, но вскоре против нас начали борьбу. В институте выявилась группа, которая поняла, что применение математики – это чуждое марксизму явление, что с помощью математических формул пытается придать научный вид ложным истинам. Ты формулу напишешь и под видом формулы протаскиваешь враждебное империалистическое какое-нибудь там суждение в нашу науку. Но ведь правда же протаскивали. Вот, и устроили конференцию разоблачающую применение математики. Вот, с партийными всякими деятелями, несколько секретарей райкомов, таких интеллектуальных, ну, сибирских оказались, которые выступили против математики. Но у меня был прекрасный коллектив. Из этого коллектива вышло 7 директоров академических институтов, 3 академика, 4 академика России, 3 членкора, академик Воскнил, 1 Божит. Вот, выдающиеся люди. Докторов я не могу даже сосчитать. Наш институт более 100 подготовил за свое существование в Новосибирске. И, конечно, эти люди, понятно, своим интеллектом просто уничтожили этих людей, которые нападали на применение математики. Они стали цитировать Маркса. Наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой. А вы против Маркса? Вот вы, секретарь райком, вы скажите, вы читали эту статью Маркса? Вы не верите? Вот вам Маркс сочинение, издано политиздатом. Понимаете? А Ленин, посмотрите его работу по крестьянству, как он в группировке. А посмотрите, формулы воспроизводства Маркса. Это что, не формулы? Второй том «Капитала». И так далее, и так далее. И они просто были уничтожены. Никто же не думал, что народ грамотный. Вот. Против нас была развернута, естественно, война. Постепенно и... Отношения были очень плохие внутри института. К сожалению, наш директор Герман Александрович Прудонский, человек очень такой вполне нормальный, хороший, честный, он заболел раком. Ему все время говорили, что мы ведем интриги против него и так далее, и так далее. В общем, прочее, в общем, нас... В конце концов, выгнали из института нашу лабораторию, и мы стали самостоятельной организацией. А потом Герман Александрович заболел, уехал в Москву, умер. Институт остался без директора. А меня к тому времени уже избрали членом-корреспондентом Академии, 64-й год, и сделали директором института. Вот. Объединение. К сожалению, у нас завершается время, но я еще хотел обратить внимание, что вы тогда сделали журнал, который был лучшим экономическим журналом страны. К сожалению, вот уехал Агамбегян, и журнал есть, но это тени, но журнала нет. Назывался, собственно, как Институт экономики и организации промышленного производства, сокращенно ИКО. Вы его придумали? Вот откуда он возник? Нет, придумал его действительно я, и название придумал я. Но были очень хорошие консультанты. Очень большую помощь оказал патриарх нашей экономической науки Струмилин, который в жизни меня всегда поддерживал. Станислав Густавович Струмилин был видным меньшевиком, да, потом вовремя перековавшийся большевика, единственный экономист, герой соцтруда.
Вот. Он работал в Госплане, участвовал в создании первой пятилетки. И когда начали сажать экономистов Госплана, ему приписывают знаменитую фразу, что лучше стоять за высокие темпы роста, чем сидеть за низкие. Там была как раз дискуссия, какие темпы роста оптимальны. Смешно, я был, конечно, пацан, а этого человек меня, не знаю, на 70 лет старше или на 60. Но мы очень как-то близко познакомились, он очень любил шахматы. А я довольно хорошо в свое время играл. Я начал его обыгрывать, он ужасно злился, ужасно. Просто для него было непереносимо проигрывать. Поэтому меня все время приглашал и так далее. И жена его ко мне хорошо относилась. Вот, и я был выбран в академию благодаря ему. Мне было 32 года, сибирское отделение меня выдвинуло. Вроде никто против меня не был, потому что я никого не раздражал. Избирался в области применения математики в экономике, которая мало кого интересовала. Вот, и Конторович меня, естественно, поддерживал. Он был избран членкором по отделению экономики, а академиком по отделению математики. Чего никогда не бывает, но вот в это время было. И на политэкономы во главе с академиком Островитяном стали выступать, что Гнобиан, конечно, хороший экономист, и книги у него неплохие, и все прочее, но 32 года, зачем избирать? Слушайте, у нас избирать 50 лет, 60 лет. Куда ему спешить? Можно избрать и в следующий раз, и через раз. Знаете, это прецедент молодости, слишком молодой. И выступил Струбилин, говорит, это ужаснейший недостаток молодости, Господи, как вспомнишь. Нет, совершенно я полностью согласен, как можно молодых куда-то двигать. Не надо. Но вы знаете, это единственный недостаток, который сам проходит с годами. И все засмеялись, и меня единогласно избрали. Благодаря ему. Вот такая была история. Да, он написал первое предисловие. Ой, я к нему ходил, он мне очень много объяснял журналы, про журналы. И в сибирское отделение я пригласил Богачева. Он имел, знаете, бывает человек кандидат наук, но уровень его выше доктора. Он был зам главного редактора «Вопросов экономики» много лет. Из Института экономики. Виктор Богачев. И вообще очень видный такой исследователь. Я оставил много учеников. В память его несколько книг издано. Памяти Богачева от его учеников. Чтобы про кандидат наук издавались такие книги, я первый раз видел. Но он был очень неординарным. Он был очень неординарным. Человек очень оригинальный. И он мне очень помог. Я же дилетант. Ну, откуда я знаю, как журналы издаются. Вот. Он мне помог. Потом Речин был такой, Володя. Он стал тоже хорошим помощником. И был один журналист, который стал ученым секретарем. Вот мы вместе, мы решили создать журнал для деловых людей. У нас была идея фикс, что у каждого руководителя, директора или руководителя экономического ведомства этот журнал должен лежать на столе. И вы приходите, смотрите его полку, она должна быть журнала КО. И журнал мы постепенно довели до 185 тысяч экземпляров.
Мне кажется, в конце 80-х даже больше. Ну, вот да. Примерно в это время. И, вот, для Новосибирска, это же издание Новосибирск, из Новосибирска это рассылало по всей стране. Это не журнал поддерживаемый, какой-то политическая организация была же. «Вопрос экономики» – это был политический такой журнал, не просто там Институт экономики издавал, а такой… Больше нас имел тираж только один же экономический журнал, который назывался «Бухучет». В нем публиковались обязательные для бухгалтеров инструкции, и они вынуждены были на него подписываться просто для того, чтобы выполнять свои функции бухгалтера. Это по инструкциям. Поэтому мы очень гордимся журналом. Мы довольно большие деньги из института на него тратили, но постепенно стал самоокупаемым. Володимир, спасибо большое. Вообще, можно было говорить бесконечно. Я прошу прощения, что я вас не обрывал. С другой стороны, я и не мог вас обрывать. Раз. На самом деле, хотел бы разговоры продолжить. А сейчас, ну, наверное, спасибо. Пожалуйста. Коллеги, а, или пару вопросов. Вот. Коллеги, спасибо. Бабыл Гриш, спасибо большое. Давайте время от времени вот так собираться. Вам есть чего рассказать, а мне чего спросить. Ну, у каждого есть что рассказать. Но... Спасибо так. Большое. А? Я воду поставил, но она не понадобилась, да? А что это? У меня занятия, лекции, аж просчитывались, что-то вам. А ну? Зоя Васильевна. Ты что? Лекции у меня. Это вам тоже понадобится. Лекции. Коллеги, спасибо. Мирно расходимся. Возьми лучше, да, в кабинет, да.